Здравствуйте. Я Виктор Куликов и программа «Терроризм без маски». Программа об идейных корнях и формах терроризма. О том, как спецслужбы противодействуют терроризму. О том, что можем сделать мы с вами, чтобы остановить эту угрозу. Сегодня мы обсудим с нашими гостями тему общественного, то есть нашего с вами, противодействия терроризму. Расскажем о том, почему первыми жертвами террористов становятся старики, женщины и дети. Вспомним, что пришлось пережить людям, оказавшимся в заложниках школы номер 1 Беслана в сентябре 2004 года. Попытаемся разобраться, что такое Стокгольмский синдром и понять причины его возникновения. Зададимся вопросом, как преодолеть все еще встречающуюся социальную апатию по отношению к противодействию терроризму. Национальный антитеррористический комитет НАК был создан согласно указу президента о мерах по противодействию терроризму от 16 февраля 2006 года. В соответствии с указом, комитет обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму. Комитет также готовит предложение президенту Российской Федерации по организации контртеррористической деятельности. Сегодня мы будем говорить о том, что могут сделать рядовые граждане в борьбе с террористической угрозой. Это одна цепочка, которая тянется и спонсирует, кому это выгодно, кому это нужно, кто их отмывает эти деньги. Вот они это дело и устраивают, облапошивают молодежь, беря все это на финансовую, на религию. Мы не только государству должны, мы должны друг другу помогать, особенно молодежи, доводить до них, что и как хорошо, и что есть плохо. Не проходить мимо, быть бдительным, замечать все вокруг себя и около. И, как бы сказать, видеть в людях хорошее и плохое. Я всегда бдительна, я и детей очень смотрю, всегда предупреждаю, чтобы они были бдительны. Точно осторожно. И после каких-то вот очередных терактов я стала просто обращать внимание, да, захожу в метро, смотрю, не лежит это просто посторонняя сумка. Если эта сумка лежит рядом с человеком, который вот он ее держит, например, да, бывает, что просто вещи куда-то перевозит, то как-то более спокойно. А если просто она бесплодная сумка, я как бы обращу внимание. Теракты выгодны тем, кто хочет нагнетать обстановку, используя это в своих политических целях. Не надо спрашивать, что правительство сделало для этой страны, да, нужно спросить прежде всего себя, что ты сделал для этой страны. Нужно подключить все население страны, смотреть, контроль, безопасность за всеми. Иначе, если не будет общественность работать, ничего не будет. С каждым днем все отчетливее осознается общественная опасность терроризма. О нем задумываются все чаще все большее количество людей. Сегодня каждый гражданин должен решить, что необходимо сделать для противодействия одной из главных мировых угроз современности. Сначала экстренное совещание с коллегами, а затем обход маленьких пациентов. Именно так начинается обычный рабочий день главного детского врача России Леонида Рошаля. Это здорово. Ну, да я только буду. Хорошо забил? Да. Это извини. К его приходу дети уже готовы поделиться новостями. Пятилетний Антон Гамулин выучил новую песню. Ля-ля, 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 да? Да. В клинику Рошаля Антон попал еще летом. Мальчик упал с 8-метровой высоты. Множественные травмы и кома, в которые Антон пролежал более месяца, до сих пор дают о себе знать. Выздоравливает малыш очень тяжело. Сложный перелом черепа, оскольчатый перелом черепа. Тяжелая очень травма головного мозга. Ну и он получал лечение, мы его прооперировали. Сделали репозицию переломов. Сделали, там была мозговая грыжа посттравматическая, пластику.
Такие пациенты, как Антон Гамулин, к сожалению, не редкость для Леонида Рошаля. За свою длительную медицинскую практику врачу нередко приходилось работать в экстремальных условиях. Работать, спасая детей, пострадавших во время землетрясения в Японии, Египте, Афганистане, Турции, Индии, а также тех, кто стал свидетелями войн и революции нашего времени. За это Леонида Михайловича журналисты уже давно называют доктором мира. Я не могу вспоминать Беслан, не тяжело. Я не могу вспоминать Нордоста, тоже тяжело. Он не хочет об этом говорить, но стереть из памяти навсегда те события никогда не сможет. И как после захвата театрального центра на Дубровке шел на переговоры с террористами, и как говорил под прицелом автоматов, говорил то, что думает, несмотря на опасность, и оперировал сначала захваченного в заложники ребенка, а потом и террориста. И как ему хотелось верить боевикам, что те отпустят всех захваченных в заложники детей. Не вышло. Но он не обманул, Раев, он обманул. Ночью, когда мы с ним договаривались, говорили, я его просил отпустить всех детей. Вот. Он сказал, я тебе их не отдам, я отдам их Международному Красному Кресту. И мне все равно помогли, но вы отдайте, пожалуйста, детей, чтобы их вывезли. И он выпустил 8 детей. 8 детей он отдал. Но обманул, там около 20 осталось, если не были погибшие. О том, что верить террористам нельзя, Леонид Рошаль вспомнит и спустя 2 года, в Беслане, когда об этом северо-осетинском городке узнает весь мир. Я думаю, каждый человек должен один раз постоять даже не в школе разрушенной, а на кладбище Беслана. Каждый человек. Красивом, на жутком памятнике, чтобы понять, что такое терроризм. После событий на Дубровке Леониду Рошалю дали Орден Мужества. Однако даже такая награда, полученная из рук президента России, не стала для него самой важной. Ведь есть другое, что никогда не потрогать, но гораздо более ценно. Благодарные глаза родителей и детей. Хорошее отношение, улыбка. А больше награды никакой другой не надо. Улыбку Леониду Рошалю подарит сегодня и Антон Гамулин, тот самый, который лежит в клинике уже 3 месяца. За это время мальчик уже привык к появлению докторов в своей палате и, что главное, заново научился ходить. Ну, давай еще приступай. Еще один. Давай. Еще один. Пойдем. Научился не только ходить, но и говорить, видеть и узнавать своих близких. А это значит, что усилия команды первоклассных врачей и самого Леонида Рошаля снова были не напрасны. Насилие в сегодняшнем мире многолико. Бороться с терроризмом необходимо всем нам и всеми доступными средствами. Однако и спецслужбы извлекают уроки из прошедшего опыта, постоянно совершенствуя методы своей работы. Сегодня мы можем говорить о действительно очень неплохой, комплексной базе. Поэтому, когда раньше, я вспоминаю, в начале 90-х мы все ратовали, что нет закона, поэтому работать не можем. Сегодня для того, чтобы работать оперативно, жестко, остро, у специальных служб России есть. Законодательная база есть, материальное обеспечение. Вот это я точно знаю, потому что я проверяю финансирование, в том числе и ФСБ. Ну, не я, счетная палата, прошу прощения. Вот, финансирование неплохое, даже кризис не повлиял. Сегодня мы экипированы, вооружены напрямую, в переносном смысле слова, очень достойно. Сегодня люди защищены, даже в случае, не дай бог, потери кормильца, что называется, семья не окажется на улице. И, пожалуй, самое главное, люди поняли, что они нужны. Оплеванная государственная безопасность после распада Союза России сегодня одна из самых уважаемых организаций. И со стороны парламента, со стороны президента, я уж не говорю о премьер-министре. Да и население наше к специальным службам относится с хорошим и большим пиететом. Сегодня у нас в гостях Леонид Михайлович Рошаль, директор Московского НИИ неотложной детской хирургической помощи и травматологии, член Общественной палаты Российской Федерации. Рошаль Леонид Михайлович, врач мира, детский хирург, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук, профессор. В 1988 году участвовал в спасении детей, пострадавших во время землетрясения в Армении. В 1990 году Рошаль стал председателем Международного благотворительного общественного фонда помощи детям при катастрофах и войнах. Вел переговоры с террористами во время террористического акта на Дубровке в Москве в 2002 году.
Благодаря его участию из здания театрального центра были выведены 8 детей, а заложникам были переданы вода и медикаменты. Я доктор. Не с моей точки зрения, терроризм – это раковая опухоль сегодня на Земле, с которой бороться очень сложно. И я сегодня бы назвал сегодня время как очередная мировая война, которая называется террористическая война. И мы ведем эту борьбу не на жизнь, а на смерть. И противник хитрый, умный, жесткий, оголтелый, безумный. Противник воюет без правил. Вот, я не знаю, как для вас, но для меня терроризм – это когда гибнут ни в чем не повинные люди. Когда идет война, когда с армией, пожалуйста, воюйте, раните, убивайте другого. Ну когда берут заложники или не берут заложники, а просто взрывают на себе поезд в толпе. Может быть, тоже веры, тоже национальности людей. Только для достижения каких-то корыстных целей и даже не того, или ребенка, или взрослого, который это делает, а тех, которые им руководит, которые на себя этот пояс не оденут никогда, которые делают убийство. И вы знаете, иногда говорят, что вот пояс одел, взорвал, и ты пойдешь в рай. Если все религии скажут, что ни в какой рай он не попадает, а попадает в ад, что это Богу не угодно, возможно, какой-то фрагмент терроризма уйдет и останутся политические или какие-то абсолютно личные амбиции. Сегодня, к сожалению, терроризм использует религии. Ведь плохих религий нет. Все религии хорошие. Всех, он единый Бог у нас у всех. Но когда используют религию для того, чтобы убивать других, это ужасно. Как вы считаете, вообще возможно предупредить теракт? То есть спрогнозировать каким-то образом вот в современном обществе? Я много работал не только во время различных терактов, террористических актов, но во время вообще катастроф, землетрясений там и так далее. И вот к ним тоже готовятся. Проводят занятия, учатся, что делать. Но когда это всегда наступает внезапно. И всегда есть определенное время дезорганизации. Везде. И в Америке, и в Ираке, и в Иране, и у нас в стране. Но все равно к этому надо готовиться. Мы никогда с вами не знаем, к сожалению, когда это может произойти. Это не значит, что мы каждое утро должны вставать и думать, вот сейчас произойдет теракт, и все это взорвется, и моя машина взлетит, или я поеду в метро, Так можно сойти с ума. Так. Но то, что мы все должны быть внимательны, в обиходе внимательны, это не шутка, когда оставляют пакет и уходят. Это не шутка, когда оставляют сумку и уходят. Это не шутка, когда какая-то машина припарковывается близко от детской больницы. Это все не шутки. И мы должны понимать, что мы должны быть очень серьезными к таким, ко всем мелочам. Думаю, основной, конечно, упор предупреждения терроризма связан не с нами, не с гражданским обществом. Мы только можем чем-то помочь. Конечно, очень важна работа служб. Очень важна предупредительная работа служб. По разным направлениям. Я очень
был рад, когда прочитал совсем недавно, что несколько террористов были пойманы обезврежены, те, которые хотели приехать в Москву. Вот это работа. И эта работа, конечно, очень сложная. Она требует много сил, она требует времени. Но хорошо, когда мы террористов или тех, кто их организует, ловим не после того, когда это случилось, а до этого, до. Вот в этом идет, должна идти основная профилактическая работа. Можно ли терроризм победить? Я думаю, терроризм не вечен. И он будет побежден. Но сколько он крови унесет, никто не знает. Это действительно страшно. Татьяна Кадзаева вместе со своей малолетней дочерью Элиной 1 сентября 2004 года оказалась в числе заложников школы номер 1 Беслана. В течение 3 дней террористы удерживали 1128 человек, учеников, их родных и близких, преподавателей. В результате теракта погибли более 350 человек, 1% населения города. Половина погибших – дети. Ужас пережитого тогда не отпускает Татьяну Кадзаеву и по сей день. Это моя единственная девочка. Кадзаева Ирина. Третий класс мы пошли. Такое случилось. Обе были в заложниках. Как было? Линейку помню, детей, шары, тут выстрелы. Оглянулась, и прямо за мной стоял боевик в маске. Ну, конечно, сразу не поймешь, кто это, кто, откуда. Вообще, как страшное кино, не знаю, даже кино такое не придумалось. Я не живу сейчас в Беслане, как бывает возможность, приезжаю. Я не могу здесь жить. Столько детей здесь лежит. Им бы сейчас бегать, радоваться жизни, они... Почему? Из-за кого? Я хотел вам задать еще один вопрос. Как соотносятся два понятия – дети и террористы, терроризм? Ну, дети – это игрушки в руках террористов. Для них абсолютно не важно, значит, это дети или не дети – чем жестче, тем для них интереснее. Ну, вы подумайте только о психологии людей, которые в Беслане захватили школу. И первоклассники есть маленькие, только пошли в школу. Там ученики старшего, 110-го там. И вот они же понимали, что они ставят под угрозу жизнь этих детей. Они же понимали. И они все равно шли на это. Детей, конечно, очень жалко. И стресс, который они переносят, он так быстро не уходит. Он остается надолго. Ну, тех же беслановских детей посылают отдыхать там, на Черное море, там, в Европу, какие-то лагеря берутся. Но потом они возвращаются к себе домой. И они проходят мимо этой школы. Если даже ее снести, поставить там памятник, они все равно проходят мимо этого дела. И в голове, конечно, у них много есть. Вот поэтому, конечно, идет спор, нужно ли делать там центр реабилитации, психологической реабилитации, или не нужно, или надо просто замолчать, не будировать эту тему. Я все же сторонник того, чтобы умные центры реабилитации должны быть, и они необходимы и для Беслана тоже. И для тех, кто перенес трагедию в Москве или в других точках. С
Считается, что террористы понимают только язык силы. Во многом это действительно так. Тем не менее, ряд экспертов считает, что для решения такой сложной проблемы, как терроризм, необходимо сочетание различных мер. С терроризмом во все времена, и тогда, в советское время, да и в других государствах, боролись, конечно, не только силовыми методами. С терроризмом нельзя бороться просто силой. Ни артиллерией, ни какими-то зачистками, ни бесконечными, значит, столкновениями с ними. Их надо политически изолировать. Их надо обезоружить именно идеологически. Отсечь от общества. Убедить общество в том, что террористы – это враги их. Враги тех же ингушей, враги тех же черкесов, враги чеченцев. Вот в чем надо убедить общество. Надо отколоть их от этого общества. Память – жесткая вещь. Что-то и рады бы забыть, да не можем. 10 лет прошло после событий на улице Гурьянова в Москве, когда в ночь с 8 на 9 сентября в результате чудовищного теракта были уничтожены 4 и 5 подъезды дома номер 19. Александр Пелевин с супругой проживали в соседнем доме. Ночью услышали взрыв. Все центральные подъезды этого дома просто-напросто сложились, как карточный домик, этаж. Рвал трубы, так был страшный звук рвущихся труб, и этаж ложился на этаж. Ну, когда мы выскочили на улицу, конечно, поблагодарил прежде всего Господа Бога, что уберег от смертельного исхода. Потом посмотрел, у нас оказалось многие люди, которые жили рядом с нами, просто погибли. Погибли, их раздавило. Вот эта огромная масса осколков стен, которые от дома. В ту ночь погибли 109 человек. Пострадавших эвакуировали в соседнюю школу, где оказывали первую помощь. Снабжали необходимым. Пелевин вспоминает, кто-то даже привез ящик водки, чтобы люди могли снять стресс. Приносили еду, одеяло. Приехавший мэр Москвы выступил перед теми, кто пострадал и остался без жилья, обещая помощь. Правоохранительные органы бросили все силы на задержание бандитов. Преступники, виновные в этом чудовищном злодеянии, понесли суровое наказание. Надо, конечно, почтить память тех, кто, к сожалению, ушел от нас в этот трагический день. Мы всегда помним о них, скорбим. В считанные дни Александра с женой, как и всех обитателей дома по соседству, переселили в другой микрорайон столицы. Оказались соседями с несколькими семьями из того же дома. Дружат и в день 8 сентября приходят к некогда родному месту, где мирно жили и трудились, и отдыхали, растили детей до того момента, когда прогремел этот жестокий, противоестественный человеческому разуму взрыв. Очень часто сегодня можно услышать рассуждение о том, что будто бы главный источник терроризма – религиозный радикализм. Как и в других религиях, в основе ислама лежит идеология мира и человеколюбия. Это давно понял житель Казани Ильдар Ханов. И не просто понял, а попытался зримо воплотить идею единства всех религий. При медитации ко мне пришел Иисус Христос, и мне Иисус сказал, что сегодня ты, Ильдар, встанешь в 6 утра, у тебя в коровом сарае есть лопаты, ровно метр отмеришь от отцовского дома и начнешь копать под Вселенский храм. Я утром встал и начал копать вот этот как раз фундамент с этой стороны. Церковь, мечеть, синагога, пагода и католический собор. Энтузиаст из Казани, скульптор-монументалист Ильдар Ханов построил на своем участке в пригороде города храм всех религий. Эта идея пришла где-то во время Отечественной войны. У меня два брата помнили с голоду в 1943 году. В общем, я видел войну воочию. Голод прошел. И у меня все время мысль пришла, ну почему война, почему голод, почему разводы, почему нет счастья в семье. Только спустя годы зодчий понял, чаще всего войны и страдания невинных людей связаны с вероисповеданием, и поэтому задумал объединить все конфессии под одной крышей. Я, как муфтий Татарстана, работаю со всеми. Принцип «тот, кто не с нами, тот против нас», он играет отрицательно.
надо со всеми работать. Даже иногда я говорю, кого кнутом, кого пряником приходится воспитывать. В чем секрет религиозной стабильности в Татарстане? Этим вопросом задаются даже за рубежом. По словам муфтия, зачастую даже просят поделиться так называемым рецептом. Однако советовать здесь сложно. Все дело в истории и вековых традициях республики. Многие Татарстан приводят как пример мирного существования разных конфессий и разных национальностей. И это не случайно. На самом деле у нас на протяжении нашей истории не было на территории Татарстана войн или каких-то конфликтов именно на основании религиозных принадлежностей к той или иной конфессии. Когда вот официально был принят ислам, на территории Волжской Булгарии уже действовали еврейские синагоги и православные храмы. Это тоже для нас немаловажно. И вот исходя из всего этого, получается вот такой баланс и мирное существование различных конфессий. Православные христиане, бадхисаттвы, мусульмане, буддисты, кришнаиты, все религии, язычники, зал Иисус Христа, у меня есть Магомед, зал Чингисхана, поэтому даже будет интересно. И вот эти духовные лидеры должны за круглым столом, пусть у них и там десятилетия будут совещаться. Несмотря на то, что на стройке трудится менее 10 человек, работа над эклектическим сооружением не останавливается ни на один день. Каждая религия здесь будет представлена в виде купола или зала. Сам Ильдар Ханов в свои 72 года ежедневно принимает и лечит паломников, на пожертвования и строит. Поскольку занимаюсь лечебной практикой всю жизнь, принимаю всех людей подряд, и они мне кто кирпич, вот недавно две бабушки пришли с яхтного условно, привезли 4 кирпича. Дарабы, вы строите зал Иисуса Христа, мы вам хотели подарить кирпичи. Вот они понесли сетками 2 кирпича. Вот так бедные люди помогают. В управлении по делам религии Татарстана признаются, представители разных конфессий уже привыкли к сотрудничеству. Духовные лидеры встречаются друг с другом на любом общественном мероприятии. Возможно, секрет стабильных, а главное, продуктивных отношений и в этом. Я с епископом Анастасием, с Равином, каждый раз, какие бы ни были у нас мероприятия, торжественные мероприятия, по случаю праздников, мы всегда встречаемся вместе. Если народ видит отсутствие одного из нас, например, и думает, почему не пришел владыка, почему не пришел хазрат, где Равин, почему они не вместе, то есть народ уже до того к этому привык, и вот отсутствие одного уже приводит к каким-то разумениям. Мышлением или каким-то догадкам. Муфтий Татарстана подчеркнул, постулаты не только ислама, но и всех других различных конфессий сводятся только к одному. Об этом не забывают и в храме всех религий, где каждый кирпич закладывает во имя мира, добра и вселенского спокойствия. Терроризм можно победить. Это на деле доказывают власти Чеченской Республики. Сегодня в Чечне все-таки сработал план Путина, я его так называю. Есть план Саркози, а есть план Путина. Вот, с тем, чтобы все-таки чеченцы разобрались в своем доме сначала сами. И ставка на, в первую очередь, Ахмахаджи Кадырова, на старшего Кадыровца, который, к сожалению, погиб. Это был сильный, мощный человек. Я его лично очень хорошо знал. И то, что делает сегодня его сын, все-таки стабилизировали ситуацию в Чеченской Республике. И это факт. Я там бывал не раз. И воевал, и не воевал. И сейчас я проверяю, и просто приезжаю. И там я себя чувствую достаточно свободно и комфортно. Терроризм угрожает не только жизни людей, но и способен воздействовать на психику человека. Последние несколько десятилетий стали очень часто говорить о так называемом «стокгольмском синдроме», когда люди, захваченные в заложники, начинают испытывать симпатии к своим похитителям. Порой дело доходило до того, что они даже пытались оказывать сопротивление работникам спецслужб. Как можно объяснить этот феномен? Стокгольмский синдром – психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам или отождествлять себя с ними. Это
это как раз то состояние, которого и добиваются террористы. Паника, страх. Человек, оказавшийся в зоне действия террориста, скажем, попавший в заложники, он настолько в глубоком стрессе, в таком страхе находится, что его поведение регрессирует на такие примитивные архаические механизмы. Инстинктивная покорность. И знаменитый стокгольмский синдром как раз и состоит в том, что люди, попавшие в заложники, они идентифицируются с бандитом, который их захватил. И ему сочувствуют. Если говорить о заложниках и вот о такого рода жертвах, то одна из основных психологических характеристик заключается в том, что иногда это называют стокгольмский синдром, а иногда идентификация с врагом. Кроме того, нужно помнить, что с заложниками очень часто работают именно как с вот, механизмом промывки мозгов. Пока они заложники, сделать так, чтобы они стали сторонниками террористов. Задача любого террориста – подавить волю заложников. И если общество пытается воспитать в гражданах стойкое неприятие насилия, то террорист дает своей жертве призрачную надежду на спасение в обмен на полное подчинение своей воле. Заложники оправдывают свою привязанность к террористам желанием сохранить свою жизнь в экстремальной ситуации. Такое поведение во время проведения антитеррористической операции очень опасно и чаще всего дает обратный эффект. Ведь преступник вовсе не отвечает взаимностью на чувства заложника. Они являются для него не живыми людьми, а средством достижения своей цели. И поэтому террорист, не задумываясь, может пойти на убийство заложников, как бы они ни пытались убедить его в своем сочувствии. Чаще всего жертвами террористов становятся рядовые граждане. Что могут они противопоставить насилию? В нашей студии сегодня Олег Максимович Нечипаренко. Нечипаренко Олег Максимович, полковник КГБ в отставке. Проработал в органах более 30 лет, из них почти 25 во внешней контрразведке. Для решения разведзадач выезжал в горячие точки – Вьетнам, Ливан, Никарагуа. Автор научных работ по теории и практике разведдеятельности. Автор книг о ЦРУ США и международном терроризме. Награжден знаком «Почетный сотрудник госбезопасности» орденом Красной Звезды 9 медалями. Олег Максимович, скажите, пожалуйста, террорист, который захватывает заложников, всегда знает, четко знает свою цель и знает, зачем он это делает. Но люди, которые попадают в заложники, они не всегда готовы к этому. Скажите, как вести себя людям в таких ситуациях? Прежде всего, нет, ни в коем случае нельзя вступать в какие-то попытки отбиться, попытки освободиться или приступить к какому-то диалогу в таком остром ключе с теми, кто осуществляет эту акцию. Подчиняться тому, что какие, значит, дают команды террористы. И исходить из того, что с момента, как произошла акция, как об этом стало известно, а террористы классические террористы, мировоззренческие террористы, они стремятся к тому, чтобы немедленно об этом стало широко известно. Потому что, как в свое время сказал один американский сенатор, где-то 30 лет тому назад, он сказал, что publicity – это материнское молочко террористов. Они стремятся обязательно к публичности, и вот в этом плане захваченные заложники должны понимать, что этот факт
становится достоянием общественности, достоянием власти, достоянием соответствующих структур, и они немедленно с первого сигнала о происшедшем, они приступают к соответствующим действиям по нейтрализации захватчиков и по освобождению. Потому что первая и главная задача в этом случае – сохранить жизнь захваченных людей. Мы с вами знаем, что терроризм – это не только криминальное, но и социальное явление, поскольку жертвами терроризма являются люди, незащищенные люди, как правило. Вы можете назвать социальные явления терроризма, каким-то образом охарактеризовать их? Вирус насилия присутствует в голове. И с этого начинается терроризм. Кстати, сейчас упор во многом, осознав это, во многом в ряде стран приступили к тому, чтобы работать вот именно на уровне идеологии, на уровне идей. В частности, сейчас вот я считаю очень нужным и таким, как будет развиваться, не знаю, но очень нужным решением о создании университета или института в Грозном по подготовке людей в отношении ислама. Не посылка, не поездки молодых людей за рубеж в арабские страны, а подготовка их у себя. Так как же противостоять терроризму? И какова роль общества, то есть каждого из нас? Необходимо полное общественное отторжение феномена терроризма. Это необходимо, абсолютно. И общественность в этом отношении может сыграть свою роль. И, конечно, оказание добровольного содействия органам правопорядка на всех уровнях в получении информации о террористических организациях, о местах, где готовится идеологически вот эта молодежь, которая идет на смертные операции. Их обязательно надо, конечно, людей таких поддерживать. Какой хрен учиться, сидеть за столом, чего-то читать, хотя можно взять пистолет, а пистолет он все время видит по телевидению, да еще с детства он уже стрелял из пистолетика. Вы посмотрите, ребятишки, что делают? Они из пистолетика стреляют. А то, что дает сейчас телевидение, это страшно. Это просто страшно. Причем у нас, может быть, наиболее опасное телевидение. Опасное, потому что у нас убивают на экране телевидения просто почем зря. Бывает, что молодые люди прельщаются идеями бандитов и террористов от безысходности. Как убедить юношей и девушек, что есть и другая жизнь, другие, не связанные с насилием, перспективы? В спорте есть возможность роста, личностного роста. То есть ты можешь, в общем-то, прийти из бедной семьи и добиться очень высоких результатов. Тамара Танцекожина, чемпионка мира по шашкам. В первом классе мама привела ее в шашечный кружок. С тех пор черно-белая доска стала ее лучшим другом на долгие годы. Нам надо создать такую систему, при которой были бы организации для молодых людей, в которых они могли бы действительно не просто прийти, а там проводить какую-то работу и расти. Вовлечение молодежи в спорт Тамара считает делом очень важным и нужным. Только так, по словам чемпионки, можно избежать вербовки молодых людей различными организациями, в том числе и экстремистскими. По статистике, большинство участвующих в терактах – люди до 30 лет. В молодом возрасте в сознании и в эмоциях доминирует такой максимализм. И всплеск эмоций, всплеск всегда оборачивается каким-то негативным, отрицательным отношением к тому, кого человек считает виновником своей неудачи, своего социального такого низкого статуса. Mm-hmm. Человек не может сам из такой ситуации без помощи выйти. Здесь государство, прежде всего, должно решать социальную проблему в целом. Многие из молодых людей бросают университеты, затем от них отворачиваются их семьи. Это люди, которые ищут и не могут найти себя в жизни. В этот момент человек находится в самом опасном положении. Он открыт и подвержен влиянию. Это, в принципе, и есть. То есть им заняться нечем. А простое слоняние по улицам очень часто и приводит к тому, что попадают в какую-то компанию,
нехорошую, а уже оттуда все это ведет вот в экстремистские какие-то организации. Нижегородец Сергей Ширяев занимается спортом с самого детства. В 2 года родители впервые поставили его на лыжи. Сейчас все свободное время у молодого человека уходит на тренировки, спортивные сборы и соревнования. Должна быть какая-то пропаганда в средствах массовой информации. Интернет сейчас очень сильно развит. Вот здесь должна идти агитация за здоровый образ жизни. Занятия не просто, ну, не только спортом. Можно заниматься физкультурой для своего здоровья. И тем самым ты уже будешь чем-то занят. А это научное предприятие Уфы, создающее телекоммуникационное оборудование. Большинство работников – специалисты в возрасте до 30 лет. По словам гендиректора компании, для молодежи здесь созданы все условия, так что продвижение по карьерной лестнице происходит очень быстро. Молодежью надо заниматься. Дело в том, что если мы сегодня молодежью заниматься не будем, завтра мы получим, к сожалению, совершенно бесперспективное общество. Так, что у нас на сегодня? Вот эти 8 плат, 300 УК, какой у нас статус сегодня? То есть... Все, в принципе, по ним закрыли. Михаил Шестаков пришел работать в научное предприятие всего несколько месяцев назад. Но сегодня молодой человек уже руководит собственным отделом. Судя по рабочей планерке, каждый из его подчиненных старается делать свою работу как можно лучше. Гулял я, гулял, пока в школе учился и в университете еще. А сейчас уже все-таки надо зарабатывать как-то. Кормить себя, слезать с шеи родителей. В принципе, я уже давно слез, конечно. Как-то надо на жизнь зарабатывать. Ну, кому нравится такая работа, кому нравится этим заниматься, кто учится на это. Ну, конечно, ему будет интересно, он получит здесь хороший опыт. Такому положению в компании гендиректор предприятия очень рад. Именно поэтому он и делает ставку на молодых специалистов. Мы прекрасно понимаем, что есть такое понятие адреналин, да? Значит, можно по-разному получить порцию адреналина для молодежи. Можно идти в спортзал, можно, я не знаю, увлекаться там какими-то художественными всякими реализациями в искусстве себя. Вот. А можно поставить цель и стремиться к достижению этой цели. По мнению Тамары Танцыкужиной, страсть к шашкам дала ей путевку в жизнь. Детское увлечение привело к первому почетному титулу. В 16 лет она стала чемпионкой мира. Сергей Ширяев, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, тоже ничуть не жалеет о потраченных силах и времени, ведь жену он нашел в спортивной среде. Для каждого из них спорт стал смыслом жизни, тем смыслом, который помог ему уберечься от влияния различных сомнительных организаций. И у общества в целом, и у каждого отдельного человека всегда есть выбор между совестью и выгодой. И действительно, что кроме лишних неприятностей может принести неравнодушное отношение к насилию и терроризму во всех их проявлениях? Наверное, именно поэтому многие живут по принципу «моя хата с краю». Но если постоянно делать выбор в пользу выгоды, то что тогда останется от совести? Террористические угрозы сегодня – это реальность, с которой необходимо считаться. Многие люди убеждены, что насилие обойдет их стороной и что им никогда не доведется столкнуться с терроризмом воочию. Но это глубокое заблуждение. Мир сегодня как никогда един и тесен. И все, что происходит в его самых удаленных уголках, отражается на нашей судьбе. Поэтому и победить страшную угрозу 21 века можно только сообща. Лишь совместными усилиями каждого гражданина, правоохранительных органов, средств массовой информации, политиков, общественных деятелей, словом, всего общества, терроризм может быть уничтожен. Это была программа «Терроризм без маски» и я, ее ведущий Виктор Куликов. Всего вам доброго!